Все рекомендации, которые дает комиссия, Владимир Васильевич, обязательно с ними знакомиться. И я думаю, что результаты, его мнения мы все скоро увидим в изменении и подходе к формированию кадрового состава руководителей коммунальных предприятий. Антикоррупционная комиссия, она реально работает. И я хочу сказать, что есть и головы комиссий, которые передают документы с заседаний своих комиссий с обращением к ним, чтобы они тоже взяли на контроль и проработали некоторые документы. Я знаю, что после того, как отработала рабочая группа и комиссия по освите Сухова Валентина Васильевича, там тоже поднялось очень много вопросов, которые будут переданы на антикоррупционную комиссию. В программе развития спорта на 2016 год было указано очень много спортивных обществ, секций для их финансирования, которые, насколько я сейчас вот уже поняла, и у меня есть информация, она еще, правда, не совсем полная, о том, что среди этих спортивных секции есть те, которые не получат финансирование по тем или иным причинам. Но для меня возникает вопрос, почему это должна выяснять депутатская комиссия, а не руководитель управления физкультуры, спорта и молодежи. То есть это тот человек, который самый первый, подписывая программу развития, должен был отфильтровывать необходимые для финансирования спортивные секции общества и те, которые финансируются за счет развития, за счет родителей.